Ты дудку забыл, что ли? Пиздец. Духовики. Представляете, ребят? Это жесткая хуйня. Бля, что так тесно сзади? Что вы там делаете? Это называется гудок. Для тех, кто не знает. Итак, мы, наверное, уже почти все здесь. Наш панк-балаган, а по-другому его не называть. Балаган называется «Четыре сыра». Тупое название, да, как пицца. Баса нет. Кого нет? Баса нет. Бля, баса нет, он хуёвый. Баса у меня висит на шее. Бас по-любому есть. Но без баса не будет нихуя, ребят. Поэтому давайте немножко сейчас потерпим. Ну я уже посмотрел, нормально бас будет. Я уже вижу, бас будет. Все хорошо. Давай, погнали. Я вижу, хочется сказать какую-то шутку смешную, но нихуя не получается. Вот потому что... Вот потому что вот вы сидите, бухаете, я знаю, что это тяжело. Особенно в субботу. А бухими играть, знаете еще, насколько тяжелее? Это вообще полный пиздец. Когда ты уже расслабился под «Чё попало», под группу «Сара». Представляете, какой кайф, блядь. Мы сейчас сидели, просто выпивали, думали, может, не пойдем? Нахуй это надо вообще? Я могу... Да, жди сейчас. Не котируют здесь такую музыку? Что, можно всех посмотреть? Бля, тебя последнюю посмотрят. Хотя бы так. Да не, на самом деле кабак охуенный, пацаны здесь вот самые вот такие. Сейчас будет песня, если у нас все готовы. Барабанщик готов? Барабанщик, сделай ту-дум, чтобы мы поняли, что ты готов. Вот, барабанщик готов. Вы оценили его пиздатую шапку? Круче, чем у меня. Все, хорош пиздеть. Первая песня называется «Громкие песни». А теперь тебя нет. Есть. Yeah.
Короче, у барабанщика не догон, надо срочно ёбнуть. У кого не налито, срочно наливайте, давайте. Начинается. Вы в кабак пришли или песни послушать, скажите, в первую очередь? Или хуйня. В общем, мы пришли и пиво попить, и песни попеть. Первое мы делаем точно, второе пока не знаю. Сейчас будет песня, которую вы не знаете, но мотив точно узнаете. Помните там «Что, где, когда», «Черный ящик», вся хуйня. Ну, будет прикольно. Студию! Давай.
Камон, шляпа, у вас заебись вообще. Отлично. На самом деле, лучшая и отзывчивая самая публика. Я вот еще не встречал такой. Пизжу, конечно. Короче, ладно, я понял. Рок-н-ролл вас не вставляет. Сейчас будем рэп читать. Дуалити до конца можно, пожалуйста. Блядь, дуалити им подавай. Пиздец, рэперы пошли. Дуалити. Хуялить. Лексическая редупликация. Привет. А фейс. Короче, да, я понял. Хорош пиздеть. Давайте следующая песня называется «Рэп про пацанов». Описать бы рэп про пацанов, чтобы от души, чтоб на взрыв, чтобы про Рейнчик и ментов, и братишку, что в тюрьме сидит, мусорку, во что бы прятал слез, грустный и душевный ламинат, чтобы все без шуток, все всерьез, и чтоб на гитаре перебор. Подожди, братан, песня не кончилась еще. И открою я тебе, приятель, мир прохаванный самых низов. Там куплет хорош, припев понятен, старый добрый рэп про пацана. Пацанский рэп на клетах и оков, пацанский рэп на ксетах за основу, пацанский рэп в нём сону вместе слова, пацанский рэп он рэп про пацана. Да, охуенно, дальше жарче будет, ребят. Я оборачиваюсь. Что там случилось? Барабанщику тромбон ставили в задницу или что? Голландский тромбон. Минутка алкоголизма. Давайте пока... Давайте, да, пока что просто ёбнем пивка, тем более, что дальше будут песни очень алкоголические. Ну прям, ну максимально. Давайте. Лия, ну куда ты пошел? Давай, чекай. Спасибо. Кто еще не взял алкоголя, пожалуйста, в бар сейчас. Буквально 2 минуты, я думаю, все будет красиво. Тут басист, говорит, был в угаре. Озвучьте, типа, кому там бабок не впадло, нахуй. Скажи сам, я показал официанту.
Короче, ребят, такая хуйня.